Фархада Каукербекова можно считать героем нашего времени. Мужчина совершил героический поступок, спас жизнь ребенку. Родители мальчика рассказывают, что не окажись полицейского на месте ЧП, ребенок бы погиб. В тот самый злополучный день двое детей беззаботно играли в своем дворе около гаражей, а рядом находилась яма с канализационной водой. Судан бірдене шолп ете қалды, бір баланың даусын естідім. Далаға жүгіріп шықсам, жаңа ойнап жүрген балалардың ішінен біреу жаңа суға түсіп кетті. Там играли соседские дети. Я их предупредил, что игра здесь небезопасна, можно упасть в яму. Потом зашел в гараж, а после услышал крик ребенка и сразу же выбежал туда. Смотрю, ребенок упал в колодец. Я сразу же пустился спасать его. Глубина ямы была около 3 метров. Я даже не ощущал дна, а ребенок уже тонул. Виден был лишь его капюшон, и зацепившись за него, я успел вытащить тонувшего. Фархад Каукербеков рассказывает, что давно уже привык рисковать своей жизнью ради других. Ведь работа его заключается именно в том, чтобы помогать и спасать людей от разных бед. Мужчина отмечает, что с детства мечтал работать в правоохранительных органах. А сегодня он заслуженный сотрудник полиции. За достигнутые результаты его неоднократно награждали медалями и другими ценными подарками. Кроме того, за успехи в работе его пригласили участвовать в республиканском форуме «Судьба страны – моя судьба», где участвуют граждане Казахстана, которые внесли значительный вклад в развитие страны.